Привет! Вы на канале Мисс Юля Принцесса, и мы зашли в игрушечный магазин и купили игрушки, какие меняют цвет. Это Mermaid Magic. Они могут менять в воде, и их здесь 12 штук. Вот такая у них коллекция есть. Всем привет! Там ракушка и вот такая ракушка. Физ ракушка, которая растворяется из там воде. Должна быть русалочка. Интересно, какая нам попадется? Здесь есть камон, это простой клуб. Это редкие, это ультраредкие. Серии, да, и всего 12 штук. Да, так, 12. Что мы еще нашли? Secret Baby. Здесь такая ванночка, где там есть какой-то бейбик. И они тоже меняют цвет. Еще у нас есть Little Sister Little Surprise. Третья серия, первая волна. Потому что у нас есть вторая волна питомцев. Так, мы начнем первую открывать, мы, наверное, русалочку. Русалочку, да. Нужно распаковать ракушку, опустить в воду, горячую или холодную. Потом, будет, когда это растворится, там будет милая русалка. И потом нужно опустить или холодную воду, или горячую. Или теплую, да. Распаковывай. Я знаю, как распаковывать такие. Распаковали из коробки ракушку, и мы достали саму ракушку. И нужно открыть этот слой. Воду не разлей. Там один розовый слой и еще один. Прозрачный. Да. Пленочка. Интересно, какая, я думаю, там ультраредкая попадется. Ну, будем надеяться, но давай опускаем. Ух, как она шипит. Да, на этой пузырьке потом шипит. Ну и что ты можешь, пока она растворяется, ты можешь открыть... Baby Secret. Так, ну давай посмотрим, что там в этом Baby Secret. Мы уже открывали 4 Baby Secret. Baby Secret. А это, я не думаю, нам попадется повторка. Там коллекция состоит из 50, да? Там 50 написано. 50 коллекций. Открываем. Интересно, я думаю, нам попадется девочка. А ты расскажи, там принцип, зачем ее надо опускать в воду? Что узнать, если это девочка или мальчик, и купать, и их трусы, их памперсы меняют цвет. И если это голубой, это мальчик, а если розовый, это девочка. Вот я покажу вам коллекцию. Так, вот такая. Там есть секрет бэби с коляской, с конем, в кроватке. У нас есть с коляской. А с другой стороны сама коллекция. Да, сама коллекция. Есть ультраредкие и редкие. Интересно. Надо здесь написать, как зовут маму, мальчик или не мальчик, или девочка, имя и когда будет день рождения. Когда родился. И когда родился. Вот такое свидетельство о рождении в виде памперса. Дальше. И здесь у нас маленький малыш. Что у него там на голове такое? Такая шапочка? Такая шапочка, что рисовать. Посмотрите на его. У него какой смешной. Что там у него в руках? Кисточка. Кисточка. Это маляр такой. Mm-hmm. Или штукатур, или маляр. Да, и он так рисует. Я пока порисую тарелку. Вот так. Посади его пока в ванночку. Мы потом посмотрим, девочка это или мальчик. Это девочка. Посади пока. Будет так сидеть. Вот это.
маленькая русалочка нам попалась. Ой, какая красивая русалочка. У русалочки розовые волосы и синий хвост и голубая повязочка. Ну, отложи, сейчас мы приготовим водичку холодную и теплую, и будем смотреть заодно бэбика и русалочку. Угу. И Лил Систер. Вот. На коллекцию мы нашли, она из простого клуба, и ее зовут Бьянка. Бьянка ее зовут. Ну, давай попробуй опустить ее вначале в теплую. Теплый. Пока что становится. Ну, покажи, что там. Что-то у нее поменялось? Хвост, он был синий, теперь фиолетовый. А, хвост стал фиолетовый. Ну, опусти в холодную воду и потом еще раз в теплую. Вот, а в холодной воде хвост стал синий. Меняет цвет хвост фиолетовый. В холодной воде. Или в горячей? В горячей воде. А, в горячей становится фиолетово-розовый такой. Так, фиолетовый. И чуть-чуть видно розовый. И становится холодный синий снова. Посмотрим нашего бэбика. Какого цвета у него станет памперс? Девочка! Так, в холодной ничего не меняется. Меняется. Опускай в теплую воду, попробуй. В розовый памперс. А, розовый. Ну, а посмотри, в теплой воде он будет? Нет. Бэбик меняет цвет и в холодной, и в горячей. И это девочка. А с какой коллекции эта девочка? Простой. Тоже с простой коллекции? Я ее назову. Как ее зовут? И нет имени, я все думаю. Давайте назовем ее Эмма. Следующий сюрприз. Это Лил Систер. Третья серия Лол. Начинаем. И это не вторая волна, а первая волна. Давайте начнем открывать первый слой. Я думаю, нам попадется этот раз золотой шар. А что еще мы сделаем, если вдруг нам попадется? Повторка, будем делать конкурс. Да, если у нас будет Лил Систер такая, которая есть уже у Юли в коллекции, мы сделаем конкурс. Но пока еще не знаем, какой. Такое послание мне никогда не попадалось. Там нарисована корона. И кристаллик. Золотой шар будет. Так, открываем следующий слой. О-о-о! Золотой шар первый раз. С другой стороны открывай. Это мой первый золотой шар Лил Систер третьей серии. Я так мечтала о нем. Я думаю, мне попадется вот именно вот ее маленькая сестренка. Ну, посмотрим, что там у тебя еще было. Вот наклеечка. И эта куколка только меняет цвет. Ну, как раз то, что нам надо по теме. Да. Давайте откроем золотой шар. Открываем. Сколько там сюрпризов? Один. Два, три, четыре. Вот такая коллекция Лил Систер третьей серии «Первая волна». Здесь у нас есть космическая королева и сахарная королева. Королева, давай себе откроем куколку. А может куколку последнюю? Нет, я хочу куколку. Ну, открывай. И там... У меня
большая сестренка. Вот она там сидит. Так. Она очень красивая. У нее есть сосочка серебряная. И волосы у нее зеленые. Блестящие. Зеленые. И прески зеленые. А памперс у нее розовый. Так, ну открывай, что у нее там в комплекте идет. Вот этот пакетик. Там какая-то, похоже, сумочка. Я думаю, там сумочка в виде планеты. Вау! Сумочка в виде глобуса. Глобуса. Замечательная блестящая сумочка. Мне очень нравится. Да, я хочу тоже такую сумочку. Хорошо. Так, интересно, что здесь будет? Что у нее еще может быть в коллекции? Вот такие очки. Очки. И последняя там щепочка. Цепочка для шарика. Да. Так, золотого света тоже. Повторки у нас не оказалось сегодня, поэтому без конкурса. Но у нас еще есть шары Лол, поэтому мы еще будем делать конкурсы. Ну что, смотрим, как она меняет цвет. В холодной воде. Так. Я уже вижу, у нее одна нога красная, а одна синяя. На животе нарисована одна звездочка красная, а одна синяя. Да, но они очень маленькие. Да, их никак не видно. А теплый? Ничего. Lil Cosmic Queen идет в нашей новой компании. Вам понравилось, какие игрушки меняют цвет в воде? Мне понравились. Мне они все понравились. А у меня даже нету повторки Baby Secret. И нету Lil Sister Lol. Напишите комментарии, какая кукла красивее. Или русалка, или Baby Secret, или Lol. И ставьте лайки. И подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока.